Хей, гайс, с вами Шмики, и сегодня мы поиграем, как вы видите, в новую игру, которая вышла сегодня. Ну, это, скорее всего, видео выйдет 23 числа, но я записываю ее сегодня. Мне нужно посмотреть, как... А, в принципе, звук нормальный там в игре. Значит, отличненько. Я более-менее все настроил, по идее. Да, так, новая игра, я прошел обучение, чтобы более-менее понять механику игры, да, и настроить там управление под себя. Ну, частичное управление под себя. На закате периода Сэнгоку Япония была охвачена нескончаемой войной. Пламя сражений все бушевало. Она добралась и в горы, в земли Осина. Нужно потише немного сделать. А война окончена. Военачальник Тамура больше нет! А говорит самурай, мастер меча Асина Сина. Исина Сина. Устроил коронный переворот и захватил власть. В чем дело, бродяга? Тебе же нечего терять. Вы только посмотрите. Впечатляюще. Пойдешь по со мной, головной волк. Голодный волк. В тот день молодого волка забрали с поля боя. Он упражнялся без устали и со временем действовал сталь отличным синоби. Шиноби. Слушай меня, волк. Никогда не забывай кодекс синоби. Почему синоби? Шиноби. Я твой отец, и по моему слову закон. Сразу за ним следует слово твоего господина. С этого момента ты господин. Он. Твой господин он. Защищай его, не щадя своей жизни. Если он попадет в плен, освободи любой ценой. Ты ведь понял меня, не так ли, волк? Ништяк, игруля вышла наконец-то. По идее, это такие же игры, как Dark Souls, считайте. Даже загрузка, видите, там у нас костер, да, а здесь у нас какая-то статуя с тремя огнями. Я не знаю, как будет именно на видео. Когда я играл, фризов вообще были нулевые. Это я играл с вертикальной синхронизацией. Так. Прошло 20 с лишним лет. С той поры, как Асина захватил власть, и клан Асина находился на грани распада. А Шиноби, по имени Волк, потерял все. Почему Синоби? Шиноби? Шиноби? И того, кто его усыновил, и мальчика, которого поклялся защищать.
Шиноби. Шиноби. Откройте глаза. Ради своего господина. Мастер это мастер. А не господин. Вижу трудности с переводом, да, у них? А графон стоит на максимум, все на максимум. Только размытие в движении ее брал, то нафиг она надо. Единственное, что я еще не разобрался немного в самом управлении. Ну, именно как что работает, потому что слишком странно. Так, вот так мы двигаемся с вами. Как вы видите, рывки, да, есть? Блин, если просто... Меню снаряжения, быстрый доступ к предметам. В меню снаряжения можно... Можно выбрать предметы для быстрого доступа. Одновременно в меню можно выбрать 5 предметов для быстрого доступа. Ага, меню предметов. Идол возвращения. Карманная статуэтка Будды, вырезанная из дерева. Может использоваться многократно. Волк хранит ее с тех самых пор, как ее... Так, спас отец. Углы статуэтки стерлись от времени. Это Будда нужен, чтобы возвращаться домой. Он вернет владельца к последней сохранению. Сохраненному им идолу. Так, резчина. Или разрушаемый храм. Разрушенный храм. Хорошо. Так, настройки. Ну, смотрите, блин, я не знаю, в принципе, настройки... Ну, графика здесь понятно, что у меня все сделано на изи. Звуки изображения. Звуки у меня стоят, чтобы было все окей. А настройки игры. Подожди, графика, да? Вот, у меня все стоит как нужно. Резкость. А где это повороты камеры? Я не понял. Камера. Вот. Давайте на шестерку поставлю. Ну, пускай так. Так, письмо с орнаментом. Письмо, брошенное в колодец. Волк снаружи Акура. Твоя судьба ждет тебя в лунной башне. Выберись из колодца и найди башню, залитую лунным светом. Туда можно пробраться даже без оружия. Передвигайся неслышно. Передвигайся неслышно. Будь начеку. Может, передвигайся... Не знаю, там... Шепотом. Так, мы можем быстро... Рывками плавать. Нихера себе. Он как дельфинчик, знаете? Так. Двойной... А, смотрите, при втором прыжке он еще атакует ногой, типа. Давайте посмотрим. Прыжок от стены. Резервуар осина. У нас здесь. Так, это где мы упали, да? Так, просто дерево. Всякие непонятные проходы. Так, тихо. Обрывчик. А кнопка действия это чтобы, короче, прижаться к стене. То есть кнопочка Е. А отойти это просто нажать. Так. Скрытность. Присев и прижав к кустам или передвигающий под полом, можно не... Так. Попадаться в глаза. Сейчас у вас нету меча, избегайте врагов, используйте скрытность и направляйтесь к лунной башне. Если вас вот так... Вас вот-вот заметят, над головой врага появляется предупреждающий значок. А желтый-то еще не заметили, красный заметили. А то шиноби на дне колодца. Мы его не связали, не заковали в кандалы. Ничего не сделали? Это ничего не случилось? Абсолютно. Он был там уже без оружия, он полностью утратил свою что-то там веру. Он трус, и волноваться о нем не стоит. Да. Я, короче, знаю примерно, что делать, поэтому просто идем. Я не разобрался. Вот. Так, это... Как подслушать? То есть, дайте мне зайти в настроечки. Клавиатура подслушать.
Прыжок, прыжок, прыжок. Так, влево прыжок, присесть, встать. Медленное перемещение, альт. Управлять камерой. Если что, я поставил на четверточку, это чтобы цеплять цель. Сменить предмет, сменить предмет, сменить предмет. Атака, использовать контроль. Так. Протез. Использовать. Так, в протезе, хорошо. Контра. Блок. Крюк F. Действие удерживать, взять, использовать предмет R. Подслушать V. Хорошо. Двери у лунной башни. Ты проверил, что... Что она не заперта? Так, она, конечно, заперта, но... А ту дыру в стену так ничего и не сделай. Дыру? Не переживай. Она на самом краю утеса. Через нее никто не пройдет. Да, мы можем подслушивать, как настоящий ниндзя, да? У обрыва на нажать кнопочку, короче, захвата. Мы можем прыгнуть вверх и захватиться, да? Но лучше не делать. Не, типа, можно сделать, но получается вот такая фигня. Типа, он прыжок еще делает прыжок. Нам это не нужно. Ой, так, прыжок, захватиться. Нужно погромче себе немного сделать. Блин, я вот что только с камерой, вот что плавность не очень. Не обманывайте себе, это не девчонка, это... Я рад, что ты пришел. Это пацан, да. Как давно мы не виделись, волк? Я пришел освободить вас, господин. О, милорда? А мастер-то мастер. Ну тогда... Подними голову. Кусабимару. Акасуми Бару, твой меч. Мой синоби. Может, синоби все-таки не шиноби? В соответствии с клятвой господина и слуги, ты посвящаешь свою жизнь служению мне. Я повинуюсь. Да, вот так как-то у нас пока что идет очень все неплохо. Так, Касумибару. Меч, дарованный вам Куро. Это реликвия Хитара, ветки рода Асина. Меч считается потерянным, но теперь оказавшись во владении волк, оказался во владении волка. Имя меча Субаримару понимается владельцу долг синоби убивать. Но даже он не должен забывать о милосердии. Девиз, воплощенный в самой его клинке. Поговорить? Верный волк, я вижу, ты ранен. Мне есть и кое-что, это может тебе помочь. Это особая фляга с эликсиром. Лечи им свои раны. Фляга с эликсиром. Так, сделаны из высушенные тыквы в фляге с лекарством, восстанавливающим запас жизни. При отдыхе уровень лекарства в фляге восстанавливается. Так, сделано учеником так знаменитого лекаря Догена. Непонятно, как именно во фляге восстанавливается уровень лекарства. Возможно, все дело в семенах. Господин, слушай, а потом, после ты убил сильного... Так, ты был сильно ранен? После чего? Ты не помнишь ту ночь? Нет. Нет. Пойди, об этом потом. Сейчас нам надо выбраться из замка. Как скажите. Под мостом через ров есть тайный проход, он выведет нас из замка. Господин Исина, мне какой-то он рассказывал. Я прошу тебя найти этот тайный проход. Как только ты найдешь его, подай мне сигнал трансовать свитком. Как раньше, помнишь? Как только услышу свисток, прибегу к тебе. Так, быстрый доступ к предмету. Вы получили прекраток между предметами. Бла-бла-бла-бла-бла. Окей. Ага, предмет быстрого доступа. Идол возвращения в хранилище. Ну, смотрите, он получает безграничный, да?
Кармансоны будут вырезаны из деревянной, может использовать многократно. Так. Давайте тут полазим немного. Может мне это немного уменьшить еще камеру? Давайте еще немного уменьшим. Так, камера. Давайте на пятерочку. Водографика. А, нет, 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 стоять. Бля, хочу чихнуть, но не могу. Настройки изображения. Так, ла-ла, звук изображения. Вот, да, нет. Стройка ввода. Вот, чувствительность мыши. Да, так, походу, она более плавная. Так, дрожжи. Лечебное дрожжи постепенно восстанавливает жизнь. Тайное лекарство, секрета которого передавался из поколения в поколение, говорят так, из поколения в поколение. Говорят, оно применялось в битвах с незапамятных времен и дало военным осины их знаменитую стойкость. Коробка с этим дрожжи служит также и боевым амулетом. Вот, ну так, смотрите, более-менее. Конечно... Я бы сделал еще немного побыстрее, если это возможно. Давайте на семерочку. Нет, слишком быстро. Видите, оно типа не успевает. То есть, это под iPad, по сути, сделан, да, игра? Но она как бы и на ПК. На ПК она, походу, не очень так уж сделана. Вот, типа, разрыва, видите? Типа, не плавность. No плавность, no плавность. И... Так, давайте, короче, вот. Ладно, поехали. Так, здесь у нас есть лишь концентрация смертельный удар. Цель Шиноби, бою, разрушить концентрацию врага. Это может сделать в том числе, атакуя его. Лишившую концентрации врага становится уязвим для смертельного удара. Не помню просто. Так, короче. Что мы делаем? Тот нас увидит. Блин, я просто не понимаю насчет скорости. Дайте настрою, да, скорость мыши. Для адекватную. Адекватную для себя. Пускай будет 7. Скорость камеры 7. Ну вот, более уже менее. Как раз. Мне нужно, чтобы он отвернулся. Так, сразу его помечу. Как видите, тут шкала жизни есть. И тут есть шкала, у них тоже стамина. У всех врагов есть стамина. Вот, когда подходим близко, красный значок. Это значит, мы контратакуем его, ваншотим. Вот. Ай. Вот вы видели, вот, типа, мы заблокировали удар и, типа, смогли сразу его убить. Это будет помогать нам в некоторых моментах. Он может дофига очень быстро бегать. Мне кажется, это довольно неплавно, да? Отражение атаки. Иногда один лишь атаки недостаточно, чтобы разрушить концентрацию врага. Отражая атаки противника, вы также нарушаете его концентрацию. Опытный Синоби будет отсчитывать защиту и нападать, чтобы быстро победить. Просто, как сделать эту херь? Просто ждем, пока он атакует, и просто сразу блок ставим. Все. Закончено. С ним закончено, с ним покончено, как говорится. Так, захват целей. Если воспользоваться захват целей, все равно так держать так врага перед собой, вам будет куда проще атаковать. Ну, это понятно. Я хочу сходить наверх. Активный предмет... Это что? Я не пойму. Вот это что за фрезы? Что за фрезы? Все, он меня не заметил. Все. Это, если что, место того, где мы начинали. Там, по идее...
Прыжок в дырку. Ух ты ж, ё-моё. Смотрите, сюда тоже можно. Может, я как настоящий синоби, типа, втихаря нападу? Мне кажется, сюда... А, там древо. А у меня... Подожди. А у меня руки, да, нету, походу, еще. Не понял. Прыгнуть. Я не понимаю, оно почему-то немножко, как бы... Может, по графону что-то еще сделать? Ладно, не хочу, давайте. Ой-ой-ой. Им только нужно два удара, и типа они трупы. Здрасте. Ай. Что-то пошло не по плану. Смерть. Понятно, что это как Dark Souls, и поэтому если после смерти нам придется заново все делать, пока мы не дойдем до контрольной точки в скобочках костра. Но что здесь есть? Здесь у нас... Сейчас я попью водичку. Вместо душ у нас с вами есть денежки. Денежки у нас остаются всегда, даже если нас убили. То есть мы ничего не теряем после смерти. Даже штрафов никаких нету. Он, пфу, у нас в плюс фляга вся. То есть, понимаете, то, что я сдох, только мне дал плюс. Плюс в том, что... А, да, еще вспомнил. Нам дают за убийство, по идее, очки опыта. Что я очки опыта так не вижу. Вот что это за фрезы? Давай. Все, нету врага. Ну, я еще посмотрю. Давай. Да, нужно было его первым атаковать. Йоу! Воу-воу! Воу-воу-воу! Тихо. Ты первый атакуешь мне? Ладно, я атакую. А тот, который наверху, я за ним не пойду. Так. И все, я дошел до сюда. Сразился с тем мужичком, который сейчас мы увидим. Вот оно. Босс, как вы видите, у него появилась шкала жизни, да? Но она там закрывает, а моя. Так, давайте я... Тогда немного что сделаем? Опустим мою выбочку. Так, настройка, стройка, стройка. Вот так. Где-то вот так получается, и вот она жизни. Попробуем. Попробуем. Если что, я потом настрою еще как-то там полазию. Надеюсь, из-за сворачивания игра не вылетит. Нет. Так, контратака. Ну, это понятно. Ой-ой-ой. Тихо. Тихо-тихо-тихо. Бляга. Все, видите, все, его шкала минус ушла. Смертельный удар по сильным врагам. И он переходит на вторую фазу. Как я знаю.
Ой-ой-ой-ой. У меня тоже есть стамина, она находится снизу. Тихо-тихо-тихо, давай-давай, контр... Я сдох? What? Окей. Класс. Ну вы поняли, да, механику? То есть мы должны защищаться и наносить после этого удары. То есть мы понижаем себе стамину, понижаем врагам стамину. Главное, чтобы он не блокировал наши атаки. Потому что когда они блокируют наши атаки, мы тоже теряем стамину. Слишком много всего. Ого. Да. И все заново. То есть мы половину хп сносим с одного удара. Да, стамина много забирает. Тут тоже есть аналог прокачек, все такое. Вот что это, почему типа когда меня только замечает, вот эта херня происходит? Да, их можно обходить и атаковать. Все равно я не понимаю, почему вот этот фриз происходит. Может тебе это... Фастом убивать? Ну блин, ну почему ты атаковал меня? Алло, зараза. Побежали на босса. И все, опять вот он меня заметил, и из-за замечаний типа поднимается FPS. Так главное, чтобы у меня потом стамина не закончилась. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не-не-не. Все. Next фаза. Хилимся. На! Все, дрожжи, лечебное дрожжи постепенно восстанавливает жизненное. Это мы помним, да. У нас, блин, что, дрожжи мне поставить? Давайте я дрожжи еще поставлю на быструю клавишу. Ну что, попробую там по настройкам еще полазить. Весь и больше из них ничего такого не попадало ценного. Кстати, мы босса убили. Открыть ворота, либо пойти в бок. Вот тут что-то лежит. Взять предмет. Так. Пригоревшая... Пригоршня, блядь, пепла. А комок пепла можно бросать во врагов, чтобы отвлечь его. Зимы и Васина очень снежные, поэтому в очагах скапано много пепла. Ага, типа мне сейчас показывают два варианта, куда я могу пойти, да? А если я открою врата или там жопа? О, здравствуй. Вот, вот это аналог. Вот это вот аналог, алло, костров, алло. Ты должен сработать. Как так? Не открывается с этой стороны.
Ясно. А ну-ка, я могу упасть? Могу упасть. И опять у меня развилка, да? Там что-то сидит. Я боюсь упасть. Тут я что это? Слышите, это тоже враг. Давайте я лучше к нему тихо подкрадусь. Я не хочу с ним драться просто. Нафиг надо. А что мне это дает? Хорошо, я сюда лезу. Спрыгнуть. Это отпрыгнуть, это не спрыгнуть уже. Так, дрожи. Там, походу, с той стороны, походу, тоже, да, был проход? Я там ничего не теряю. Мне кажется, мне нужно было с той стороны пойти. Ладно, походу, я сюда пришел чистить за дрожи. Наверное, дрожи — это вкусно. Я не понимаю фрезы. Давайте смотреть. Из-за чего? Из-за чего? Видите, очень долго. Давай по графону. Ладно. Качество, текстура, сглаживание. Давайте. Среднее выключить. Высокое. Давайте все на высоко поставлю. Только высокое. Такое. Почему я не могу эти открыть? Похоже, что это и есть путь из замка. Вызвать так. Куро трансцен. Нет, мы походу отсюда тогда аж уйдем, да? Я хочу в воду прыгнуть. Но боюсь, что это будет плохая идея. А вдруг там рыбы водятся какие-то? Ладно. Да. А как ты выбрался? Алло. Там же стражники были сверху. И один, кажется, с чем-то был. Фиолетовым. Не, оранжево-оранжевым. Волк, ты нашел выход. Теперь давай уходим отсюда. Да, господин. Подумай только, это единственный способ избежать проклятой судьбы. Поговорить? Куда мы пойдем, когда выберемся из замка? Полагаю, первым делом надо пересечь границы земли Асина. Или может лучше где-то спрятаться? Как думаешь? Как сами захотите. Как захочу? Узнай, волка. Господин. А, ничего. Я просто вспоминал. Идем же дальше. Так, давайте я еще посмотрю. А, ты за мной идешь. Ну ладно, вперед тогда. Если что, еще графон уменьшу. Если нужно будет. Пацан. Идем. Я подумал, тебя там уже накрыло. Слушай, ко мне.
Опять что за звук? Божественный наследник. Последний раз мы виделись на похоронах вашего дяди. О, да ладно, только не говори, что это босс настоящий теперь. Господин Гатерина. Гатира. Гатира. Я... Спасибо. Представь это мне. Или предоставь это мне. Классно, еще одна битва. А если я сдохну, это все минус, да? Часто это плохо закончится. А, у него еще протеза нету. Значит, благодаря синей решимости запустил на путь. Заступить на путь. У него лук еще есть. У него еще лук, алло. А у меня еще рука есть. А как я помню из трейлеров, там мне должны дать протез. Победа будет. О-о-о-о! До свидания! До свидания! А могу бесконечно бегать? О-о-о! Это опасно, да? Тихо, ворот, ворот. Эй, я блок нажал! С тобой все в порядке, эй! А, походу это было, как обычно... Да, специально. Минус рука, все, это тот момент, где я говорил, нужен протез. Я думал, я уже потерял, могу проходить, а вы нет. А если б я его убил, интересно? Или бы мне все равно руку отхерячили на второй фазе. Это все, что может Синоби? Шиноби. Давайте Шиноби назвать, я не могу Синоби назвать. Божественный наследник пойдет со мной. Это что за ведьма? Что за ведьма? Колдунья какая-то. Ну, я не чувствую, что нужно сейчас включить вебку, потому что еще будет одна касцена, да? Я могу, если что, сделать качество все охерительно, чтобы предметы, да, окружение, но уменьшить именно... Что это за волосы в земле? Алло. Оно уменьшить... цвет, вот эту гамму, знаете, типа, освещением. Чтобы было все чикпуки. Эра все-таки новационная, типа, новенькая. Что это? Итак, ты пришел в себя. Похоже, смерть тебе не грозит. Пока что. Да, протез Синоби, Шиноби будем говорить. Или нужно будет все-таки загуглить, типа, Синоби или Шиноби. А протез изготовленный резчиком, копия человеческой руки, снабженной разными механизмами. Судя по всему, она сразу сделана в рассвете на модификацию, и добавляется разные инструментов. Так, протез испрощен, сделан удары и покрытым многочисленными пятнами крови. И масло механизма несколько не пострадал. Давайте поговорим с ним. Как тебя зовут? Your eyes
твои глаза. Глаза волка, который не выполнил свой долг. Ну или так все кажется. Это тебе не касается. Словно истинного синоби. Я должен вызвать Будду. А ты должен то, что намерен. Список, что вы... Так. Резчик. Ага, то есть мы... Спросите о вашей новой левой руке. Спросите, как вы сюда попали. Давайте сначала руки. Моя левая рука. Что ты со мной сделал? Я называю это протезом синоби. Подходящий клык для иноглазного волка. Хотя статуя с ним нерезана неудобно. Выбирай. Протез синоби. Это не просто замена твоей пропавшей руки. Если найдешь инструменты синоби, приходи ко мне. Инструменты синоби? Понятно. Для этого устройства. Быстро соображаешь. Принесешь инструменты синоби, я приспособлю их к протезу. Тогда уж ты оценишь его по достоинству. Зря я так разболтался. Лучше иди. Так, спасибо. Так, спросите о нашей левой руке. Спросите, как... Почему я здесь? Я просто перетащил тебя сюда. Сам не знаешь, толком, жив ли ты. Все ж не хотелось, чтобы тебя собаки съели. Сколько я спал? Я нашел тебя уже довольно давно. Ясно. И все же твой господин еще жив. Ее держат в плену в замке Асина. Скоро они воспользуются его кровью. Похоже, ты по себе убедился в том, насколько она цена. Спасибо, что вы... Так, спросите, как вы сюда попали, спросите наши левы. Кровь божественного наследника. Что значит, они воспользуются его кровью? Я мало что про него знаю. Разве что в нем живет наследник дракона. Так называемая особая кровь. Эта кровь течет в жилах твоего господина. Значит, божественный наследник? За ним кто-то охотится? Возможно, то, что с тобой приходится, с этим как-то связано. Что с тобой происходит? Окей. Хоть ты и странный человек, однако же, бывали в этом храме и другие необычные кости. Одной такой обоснованной на практике справа от ворот в храме двор. Два странника в странных обстоятельствах. Да, похоже, вы поладите. Так, нам дали протезик. Ой, там что есть стоять? Это ты, да? Ты видишь того Будду с добрым лицом? Это не мой. Его вырезал настоящий скульптор. Возможно, он поможет тому, кто преисподнен своей натуре, тому, что голодит изнутри. Противостоять своей натуре? Гневу, печали. Или, может, памяти о давнем ушедшем днях. Таких чувствам. Ясненько. Да, все-таки фрезы есть, я немного с... Я думал, что заметил. Взять предмет. Драже. Вот, аналог храмиков этих. Меню идола резчика. В земле Асина вам столица идола резчика. Это контрольные точки. Угу. Отдохав у идола, полностью запас жизненных восстанавливает одну единицу воскрешения. Кроме того, в вашем текущем инвентаре будет добавлено хранящие предметы для быстрого доступа и эмблемы духа. Но при этом воскрешаются убитые ранее враги. За некоторым исключением. За некоторыми исключениями это имеется в виду, наверное, рейдовые... Ну, не рейдовые, а просто боссы и... боссы низшего ранга, да? То, что мы можем воскрешаться один раз, это интересно. Так, не вид помощь. Не знаю, что это. Отдохнуть. Дрожи. А, у нас еще и дрожи пополняются. Или нет? А, давайте тогда, я думаю, на этом остановимся. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.